Привет друзьям, подписчикам и гостям моего канала. Вы на канале «По будням с Инной», и с вами я, Инна Фраймович. Вещаю я из Канады, мой влог о продуктах, гастрономии в Канаде, ценах в Канаде. Так как я являюсь парикмахером, я также отвечаю на вопросы, связанные с уходом за волосами, окрашиванием, ну и, в общем-то, разные другие интересные штуки, которые вас интересуют. Но сегодня я хочу поговорить не обо всем этом, а о соках. Эта тема стала интересовать меня недавно, и я говорила, чтобы уделиться на своем канале также всякими своими интересными находками. И сок — это как бы сокопитие, это одно из этих находок. Увлекаться я этим серьезно, ну так, чтобы начала уже применять в нашей жизни семейной, это где-то с конца декабря прошлого года, 20-го. А до этого, конечно, был какой-то проделан путь определенный, и, в общем-то, я как бы дошла и также до этого этапа. Но хочу вам сказать, что где-то, наверное, года 3 назад я посмотрела впервые, когда я с этим столкнулась. Понятно, что про сокопитие вот эти все мы знали и слышали всегда. Это не самая популярная тема, так сказать, в wellness-комьюнити, да, людьми, которые увлекаются, значит, здоровым образом жизни и так дальше. Это не самая популярная тема, скажем так. То есть, если я беру, например, вегетарианство и сокопитие, то вегетарианство намного более популярная тема, чем сокопитие, правильно? Вот. Но, в общем-то, первый раз, когда я посмотрела фильм, это было, наверное, года 3 назад, он произвел на меня огромнейшее впечатление, когда я впервые задумалась о сокопитии, и фильм этот назывался «Fat, Sick and Nearly Dead», снял этот фильм Джо Кросс, австралийский предприниматель, который просто в один день, как говорится, проснулся, посмотрел на себя, на список лекарств, которые он принимает, и решил, так сказать, что надо с этим что-то делать. И он снял сам этот фильм, как он в течение 60 дней делает сокопитие, в общем, едет по Америке, беседует с людьми, делится своим опытом и как бы, что, как это все с ним происходит. И вот, в общем-то, с тех пор появился этот фильм, первая часть, потом спустя пару лет появилась вторая часть этого фильма. И он, кстати, доступен в YouTube, этот фильм, правда, на английском языке, и также на его сайте. Все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Было очень интересное впечатление. После этого фильма у меня осталось такое мотивирующее, но я не предпринимала никаких, как сказать, движений в направлении сокопития. И спустя какое-то время, проходило время, я всегда интересовалась темами там, здоровья, более какого-то такого осознанного питания и так дальше. И вот буквально в конце прошлого года я опять вышла на него, опять вышла на этот фильм. На самом деле он опять появился в Netflix, и я еще раз решила его посмотреть. После просмотра этого фильма я задумалась, начала смотреть в YouTube и увидела второго спикера, который, так сказать, тоже парень, уже более 20 занимается лет джусингом. Он англичанин, и зовут его Джейсон Валли. У него тоже есть свой канал, у него есть тоже свои программы. Его называется «Мастер Джус», что-то такое. Я очень много от него слышала имя Джей Кордич, или Джей Кордиак, как его называют по-разному, Джей Кордиак, Джей Кордич. Очень много он говорил «Father of Juice», «Father of Juice», «Отец, значит, сокопитие», «Отец сокопитие». Я стала интересоваться, тоже вышла на YouTube, потом, как результат, вышла на его канал. К сожалению, его уже нету в живых. Но это человек, который, значит, в 45-м году, уже, по-моему, примерно 44-45-й был поставлен диагноз рак. Рак, по-моему, мочевого пузыря у него был. В общем, и он начал, вы понимаете, в те времена не было ни химиотерапии, ничего такого. Он начал изучать какие-то, да, альтернативные методы, что может быть, и поехал, по-моему, он в Европу куда-то лечиться, в какой-то санаторий, и там, значит, врач, который лечил, он лечил соками разными. И, в общем, ну, одним словом, он вылечился, да, и он полностью посвятил свою жизнь изучению этого вопроса, сокопития, что это делает свежие овощи, фрукты для нашего организма, начал все это изучать, в общем, всю жизнь этому посвятил. Вот он умер, по-моему, в 2017 году он умер, в 2017 году, по-моему, он умер. В общем, у него
есть книга, он это делал вместе со своей женой, его жена осталась как последователь, жена у него намного моложе. Вот, в общем, она последовательница его, она продолжает его практику, и есть его книги, и тоже есть его программы, и можно даже приобрести сертификат, и, в общем, таким образом тоже зарабатывать даже деньги, то есть сделать сертификат. Это, кстати, подсказка для тех, кто ищет, может быть, какой-то новый для себя, как сказать, направление. Можно получить его сертификат, он стоит недорого, там что-то сейчас можно получить его в районе $400. Проходишь курс, получаешь сертификат и, в общем-то, можешь заниматься такими, ну, в общем-то, обучать людей, как правильно пить соки, делать семинары и, в общем, всякое такое разное. Это вам бизнес-идея, для кого это интересно. Вот, ну, в общем, я изучила троих вот этих вот людей, даже приобрела книги Джейсона Валли и Джо Кросса. Проверила, кстати, со вторых рук, потому что это часто одни из тех книг, которые ты покупаешь, прочитал, ну, в общем-то, что с ними делать. Поэтому они, я решила пойти проверить на Marketplace, это место в Фейсбуке, Second Hand, и там оказались две книжки, которые я хотела, и я их купила, в общем-то, можно сказать, две по цене одной. Вот, так что это мой экспириенс. В общем, в этом видео я вам хочу показать, я не могу рассказать, конечно, вам все, потому что я сама не все перепробовала, но я уже очень много узнала, естественно, рассказать обо всем сразу невозможно, ну и, наверное, нет смысла. Но я бы хотела делиться какими-то иногда секретами, которые узнала я, а точнее рецептами. Какие там уж секреты? Рецептами. И сегодня я предоставлю вашему вниманию два сока. Один из них рецепт будет бонус, потому что я не собиралась его снимать, но на фотографиях я его, получается, задокументировала и вам покажу его как бонусный рецепт в конце этого видео. А первый сок, о котором я бы хотела вам рассказать, это сок, который называется лимонад. То есть это не сок, это лимонад. Лимонад по Джей Кордиак Систем. То есть это его лимонад фирменный, в котором нету ничего абсолютно заумного. Буквально пропорция, которая вам нужна, это 1 лимон, 4 яблока. Лично я вам рекомендую. Это зеленые яблоки, тверденькие, вот эти Грэмми Смит. И вы можете взять на самом деле абсолютно любые яблоки. Это просто потрясающий рецепт, дети у меня обожают это, но это не пьется как сок, это пьется как, знаете, как шот, то, что называется, то есть это маленькая порция, то есть мы делаем это, я делю это нам на четверых, в общем-то, эту порцию, и, пожалуйста, вы можете смотреть, как мы этот процесс делаем. Вкусненько! Второй рецепт, которым бы я хотела с вами поделиться сегодня, рецепт сока из сладкого картофеля. Значит, называется он, рецепты, кстати, которые использую, это рецепты, которые написаны или кем-то уже сделаны. Это не рецепты, которые я придумала, хотя по большому счету, когда ты знаешь, как работает совмещение овощей, пропорции и что ты предпочитаешь, и как этот вкус в конце, какой он на вкус, то ты можешь сам уже создавать эти рецепты. Но сейчас есть такая масса этих рецептов уже онлайн. У того же Джо Кросс, который, в общем-то, который вообще разбудил во мне какой-то интерес к этому направлению, австралиец, да, у него есть шикарный сайт, если я беру вот все три сайта вот этого Джей Корди, у него очень такой базовый сайт, который, видимо, создавался много лет назад, и никто им не занимается, поэтому он очень-очень базовый. Джейсон Валли, это парень из Великобритании, у него тоже очень классный сайт, но у него прям не такое большое, огромное количество там рецептов. Но я хочу вам сказать, что вот Джо Кросс, он просто создал потрясающий, конечно, сайт. Там вложено очень много работы, там просто масса рецептов, и не только соков, а просто что вы можете делать вообще из овощей. Какие-то овощные блюда, но соков там тоже потрясающее количество, поэтому очень рекомендую. Все ссылки я вам опять-таки оставлю внизу в описании к этому видео, так что заходите, смотрите, а также не забывайте подписываться на мой канал и следить за новыми видео. Итак, возвращаемся к моему рецепту, который я хотела вам рассказать, рецепт сладкого картофеля. У Джо Кросс он называется Sweet Potato Medley Juice. То есть такой, если так перевести, то попурри из сладкого картофеля. Овощной такой сок. Некоторые ингредиенты там можно заменить. Например,
там, убрать апельсин, добавить апельсин, убрать яблоки, добавить все вместе или что-то только одно, это вы решаете сами. Ну, в общем, я вам показываю свой вариант, как это сделали мы. Смотрим. Да? Окей, давай, пошли. И как выливается вот здесь. Я хочу помнить, плохо видно. Как выливается, сколько много воды. Не пропускает это ничего. Показываю просто сверху, там, где вот выливается сок, в момент, когда выжимается. Знаешь, очень большая струя. Ее видно только лишь, когда она льется вот здесь. Картошку пока разрежу. Вот это мы просто нарежем. Я все равно там закатываю, буду говорить хорошо. Просто третий бонусный рецепт, которым я хотела с вами сегодня поделиться. Лично я его решила назвать оранжина. На самом деле у оранжина есть очень много соков, которые называются оранжина, просто потому что они оранжевого цвета. И все, что оранжевого цвета, потому почему-то на английском любят называть оранжина. Но там, в общем, если вы вобьете, например, такое название, то вам выйдет масса разного другого. И не обязательно то, что буду говорить я. А по большому счету тот рецепт последний, который я хотела вам сегодня поделиться, это... аналог лимонада, только из оранжа, апельсина, из апельсина. Значит, если в первом варианте лимонада мы брали 4 яблока и 1 лимон, то здесь мы берем 4 апельсина и 1 лайм. Здесь идет в рецепт лайм. И очень важно подчеркнуть, что, вы знаете, именно, ну, мы все знаем, что лайм, он не такой кислый, скажем, как лимон, да, если, ну, так вот сравнивать. Но вот именно если я вам говорю про вот это вот лимонный напиток, как лимонаду рассматривать, то вы прямо именно в этом соке ощущаете, что это именно лайм имеет более мягкий вкус, у него более нежный мягкий вкус. Значит, если мы лимон опускаем, так сказать, в сокомашину вместе со шкурой, то здесь мы чистим все. Мы чистим и лайм, потому что его шкура не переваривается нашим организмом, и обязательно всегда мы чистим шкуру апельсина. Сейчас очень важно подчеркнуть, мы обычно воспринимаем апельсиновый сок как что-то, что выдавили мякоть и выпили. Это, в принципе, как вот Джей Кордиак говорит, это апельсиновая вода. Или говорит, оранжевая вода, это не оранжевый сок. И мы из этого сока получаем только лишь 10% нутриентов, которые там есть. Для того, чтобы получить все, так сказать, практически 100% нутриентов, которые содержатся в апельсине, нам обязательно необходимо почистить вот эту вот тонкую шкурочку, снять именно цедрочку, да, цедру вот эту оранжевую, снять с апельсина, потому что она не переваривается организмом, так как в нем содержатся вот эти ароматические масла в апельсиновой шкурке, наш организм не может это переварить. Вот. Но вот эту вот ватку, как я ее называю, апельсиновую ватку, прослоечку, ее нужно оставить по максимуму, потому что вот именно в ней содержатся вот эти все элементы, которые нам необходимы. Таким образом, мы вот это все очищаем, забрасываем, проводим и выпиваем. Точно так же, как и лимонад. Это не сок, который ты будешь пить большим объемом. Это что-то, что хочется выпить такой, как рюмочка, да, как шот. Это как лекарство, да, то есть это не сок, который ты будешь пить литрами, а именно такое что-то небольшое, но это невероятное количество витамина С и других всяких там витаминов, да, но в основном это С, которые вы просто буст такой даете своему организму. Поэтому вот
рецепт, так сказать, вам рассказала, с иллюстрациями показала, вкус потрясающий, у вас получается не оранжевая водичка, если мы выдавливаем, да, как когда мы выдавливаем апельсиновый сок, просто оранжевая водичка получается такая насыщенная, густая, почти белопенистая такая вот смесь, ну невероятный вкус, освежает, вот во рту прям даже какая-то свежесть появляется. Поэтому, в общем, я хотела с вами этим всем поделиться, рассказать вам. Обязательно пишите, если вы дома делаете какие-то соки, какие у вас соковыжималки дома, сокомашинки, если у вас любимые какие-то в семье, прижилось ли это у вас, или у вас был уже опыт, и вы перестали это делать. Вообще, все, что у вас есть сказать на тему сокопития, буду очень благодарна, рада почитать эти комментарии. И если у вас есть вопросы, конечно, задавайте. Ну вот пока что я с вами поделилась этими рецептами. Еще есть очень много других рецептов. Я думаю, что в среднем у меня раз в месяц будет получаться выходить такое видео, именно которое касается сокопития. Вот, так что спасибо, что присоединились сегодня к моему каналу. Спасибо, что смотрели, слушали, дошли до конца. До встречи в следующих видео и будьте здоровы! Всем хорошего настроения, здоровья и здоровья духа. Пока!